Всем привет! Очередной сюжетик о культурной жизни нашего города, моего маленького городка Петербурга. Это выставка «Иранта». Она находится на Васильевском острове. Очень нравится мне это место. Сделано, как мне кажется, достаточно удобно, по-европейски. Хорошие залы, красивые. И очень много, конечно, работ. Работы очень часто меняются, различные выставки. Но я думаю, что 2-3 выставки, может, даже и больше, наверное, в 2 месяца. Но есть постоянная, как бы, выставка такая, постоянные работы, которые там висят. Вот я был в этом зале. Там тоже, конечно, меняются картины, какие-то работы. Но я вот уже на протяжении 3 месяцев, наверное, вижу одни и те же работы, которые там висели. Это работы молодых художников, очень интересных. Ну, наверное, не только молодых. Вот это, вот что я запомнил из фамилии, это Денис Октябрь, Сергей Бакин, Никита Павлов, Александр Федоров, Марина Федорова. Действительно очень, ну, интересно, красиво посмотреть. Вот видишь, а вместо крыльев пламенный мотор, такая скульптура. Красивые картины. Мне кажется, для художника важно быть как бы в теме, смотреть какие-то новые направления. Может быть, даже что-то, не то что копировать, какую-то идею взять, как-то ее трансформировать. Вот такая выставка «Иранта». Вот я вам все показал. Будете в Питере, на Васильевском, сходите, не пожалеете. Все, пока, всем привет, до свидания.